преддверии Нового года мы часто мучимся вопросами, кому что подарить и где же это купить. И хочется, чтобы подарок приносил пользу, а не только пылился на полке. Сегодня я вам расскажу о замечательной помощнице-хозяйке, которая заботится не только о здоровье вашей семьи, но и о вашем личном времени. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о мультиварке. Мультиварка очень проста в использовании. И для демонстрации того, что здоровое питание – это не только вкусно, но и самое главное – просто, я попрошу первого вошедшего человека в этот магазин помочь мне приготовить мою любимую рисовую кашу. Здравствуйте. Здравствуйте. Магазин «Предметы кухни» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Спасибо. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, скажите, вы уже придумали, что будете дарить своим близким на Новый год? Ну, если честно, еще не очень определился, но пришел сюда, как раз-таки в этот магазин, чтобы выбрать подарок своей маме. Алексей, я хочу предложить вам очень хороший подарок. Это мультиварка. И у вас сейчас есть возможность самому приготовить в этой замечательной помощнице. Хотите попробовать? Прямо здесь, сейчас, в этом магазине? Да, конечно, прямо сейчас. Ой, ну пойдемте. Пойдемте. Алексей, смотрите, все очень просто. У нас есть молоко, у нас есть рис, у нас есть соль и сахар. Самое главное преимущество мультиварки в том, что не нужно часами стоять у плиты и ждать, когда что-то закипит, когда нужно класть те или иные ингредиенты. Мультиварка все делает за нас. Мария, скажите, пожалуйста, что еще можно приготовить с помощью вот этого чудо-устройства? Очень хороший вопрос. К мультиварке прилагается книга рецептов, где рассказывается, как можно вкусно приготовить плов, борщ, суп, интересный гарнир. И у вас совершенно не будет проблем с использованием этой волшебной помощницы. Наша каша приготовилась. Алексей, давайте открывайте мультиварку и пробуйте. Ну что, вкусно? Правда, вкусная каша получилась такая нормальная. Если вы не знаете, что подарить вашей маме, бабушке, сестре, любимой девушке или жене, то для вас идеальным подарком станет мультиварка. Мультиварка – это незаменимая помощница хозяйки на кухне. Алексей, спасибо большое, что приняли участие в нашем небольшом эксперименте. Вам спасибо. Наверное, куплю эту мультиварку своей маме. Магазин «Предметы кухни» ждет вас по адресу Рахова, 96.